Короче говоря, всем привет, с вами Даня Келянджеля. Сейчас мы будем крафтить Майнкрафтом. Я не знаю, что здесь будет. Ой-ой. Я просто на паузу поставил. Ой-ой. Здесь тигряня. Ну что я сделал, пока вас не было? Нашел яичко. Во-вторых, сделал лук. И сейчас мы убьем этого тигралю. Тиграля. Сдохни. Не-н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 е. Что? Ой, черную пантерку давайте. Давайте в подарочек ее. А, у меня все исчезло. Надо что-нибудь сделать. Да, мы играем сейчас в Survival Craft. Всем привет, с вами Данилкина. И это вторая часть Survival Craft. Я понял, как эта игра называется. И сейчас я гадину. Гадина, бьёшь меня. Вонючка. Я её зафигачил. Офигеть! Он мне показал! Это тупак был! Что можем сделать теперь, что уже у меня? О, ботиночки-то можем! Конечно, они у меня и так есть, но я вот такие возьму. Шла серия. Мы пожарили курочку. Я вспомнил! Если будем очень голодные, или я Ладно, пока палочки сделаю для лесенки. Ну нафиг его! Блин, не попал! Над кого-нибудь закрыть? От кого-нибудь закрыть, например, его. Тигряню. Вот тигряню надо. Я хочу тигряню убить. Блин. Ну что, ну Карл. Ладно, пока я лесенку сделаю. Реально, я очень волнуюсь. Вдруг сейчас меня кто-нибудь с угла кто-нибудь уничтожит. Я слышу, как там кто-то ходит. Меня это уже напрягает. Мне кажется, эти волки все ближе. Я только что видел эту граню, которая была передо мной. О, где эти граня? Вот она. Вот она, тигряня. Бьем ее! Блин! Да что такое? Мимо! Все время мимо. Они все ближе и ближе, мне так кажется. Так, лесенка. Спускаемся с лесенки. Аккуратно. Блин, это уже неаккуратно. И на меня могут закрыться. Я даже не знаю. Просто валим. И я хотел построить там башенку. Мне не хватило. Меня и вправду не хватило. Мне кажется, что эту ерунду надо переплавить. Или я ее уже переплавлял? Да, ее переплавлял. А если так? А если вот так? Нет. Ну
скажите, ну напишите. О май гад. Рано, у меня уже. Может их всех убить? Конечно, это очень рискованно. Ну нафиг. Идите нафиг. Где ты? Ну нафиг вас. Буду здесь развиваться. Вы это видели? Дурачки. Я хотел им сказать, что они лопухи. Не-н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 е
Все? Мне кажется, сейчас тигр на меня загрится. Да что я не могу? Умен. Вот бросить копье нормально, это да. Как избавиться от этого тигра? Нет. Курочку сожрать. Я не знаю, что я буду здесь делать. А можно починить? Нет, так нельзя. Окей. Ну, это понятно. Что же сделать? О, все, он... Да ждайте мне! Пока что они на меня сейчас загрятся. А этого я не хочу. Конечно, могу его. Вы видите там? Лед! И волчки. Не пугайте ли меня так? Блин, почти. Почти. Надо сломать этот блок. Его как-нибудь. Надо пропаркурить. Паркурист! Самый лучший паркурист. Я. Самый худший паркурист. Нет, я самый худший паркурист. Вот так, чтобы я мог упираться. А не, это... Это лишнее, лишнее. Темнеет, темнеет, темнеет! Темнеет! Ой, я чуть не сдох. Все, спатеньки, 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 спать. Тя-тя-тя-тя. 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 Чего-то. Реально боюсь. Пока ж никого нет. Есть. Вот никого что-то нет. Помните? Моя лесенка. Люк за собой забыл. Там вижу волчков.
Но это нам не помеха. Давайте сейчас добудем немного дерева. Кстати, а там еще еще обнаружил всякие штучки. Ну, пещеру поисследовал. В ней просто ничего нет. Паркур на два блока. Круто. Вот там еще. Вот видите там волчков? Я хочу их вырубить. Из моей земли. Вали с моей земли. И ты вали с моей земли. А что он меня боится? Ой, я научился, ебой! Ну что ты, трус? Ты что, трус? Ты реально трусик? Я такого от тебя не ожидал. Ладно, когда я возьму вот лук. Вот гадина. Вот та гадина. Есть. О! Боится. Да блин! Последний удар надо. Все, свалил. Так, я вроде на шифте или нет? Ладно, я пока когда уберу лук. Да, я на шифте. Вроде. Я скрафчу доски. Чтоб доказать, что в пещере ничего не было. Солнышко только встает, это хорошо. Ла-ла. Ла-ла. Ну почему я не могу найти нормальную пещерку? Если там медведь. Я шокнусь. Реально шокнусь. Так, паркур. Опа! Слушай, какие-то звуки зверей. Или это волки? Или медведь? Волк или медведь? Волк и медведь на дереве. Все, кто не видел, я вам потом напишу, покажу. В монтаже буду монтажировать это все. Я реально там видел волка. Волка с медведем. Блин, почему я все мимо? Вот бы мне таких опасных птичек найти. Они даже не опасные, а очень прикольные. Вот гадина-то! Не попасть в них не могу! Да. Ладно. Если будет темнеть, тут будет последняя ночь. Правильно, вот этот звук звери меня пугает. И куда это? Тигряня. Осторожно, тигряня. Если увижу медведя, я шокнусь. Я не буду в шоке просто. Чем выше, тем хуже. Это чем больше курочек, тем лучше. Но не лучше, что больше животных. Что есть враждебных. Что такое? Ну что, должен очень высоко. Только почему все люди считают, что из-за яйца можно? С такой бы высоты сейчас бы упал. Блевать.
Ведь там вдалеке зимний биомчик. И там я вижу трех волков тигряней. Он на меня побежал. А не, вот на меня не бежит. Не на... Фух. Сейчас бы конец прошел. Во! Тыкс. Так. О, здесь я могу посмотреть на весь круг. Вот вы это видите, что было? Что я видел? Есть пещера! Только не знаю, как я буду слезать. Я дорогу никогда не запомню. Опа. Ладно, мне интересно залезть на вершину горы. Ой, у меня голод. И что-то мне мигнуло на температуру, и что? Что, сейчас буду замерзать? Не-н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 е. Так, Лину возьму. Вот так. Теперь вот так. Раньше что-то нам не услышали, это не все раньше. Фух, птичка всего лишь. Ты единичка, очень опасно. Сейчас начну замерзать, чихать. Ну зато плюс. Ой, господи, камера. В том, что здесь можно найти полезные пещерки. А что, все нормально? Это одежда меня спасает, которую я в прошлых... Пещера. Пещера. Пойдем там. Все. Валим. Ай. Че? Я прыгну всего лишь двух-трех. Ага, окей, у меня голод тоже. Господи, главное не свалиться. Только нет. Геймер настонет. Нет, я не допрыгну. Мне кажется, я домой не успею. Фух. Давайте просто копнемся. Все, давайте спать. Не-не-не. Блин, мне кажется, я сейчас сдохну. Ну, хотя бы сохранюсь потом. Спим. Отлично. Баюшки, боюсь, не ляжись, а не краю. Придет серенький нюбак и утащит за кубок. Кто не понял, ставьте лойсы. А кто понял, все ставьте. Баю. А что я... Вот здесь свет есть. Давайте я пока здесь сдохну. Вот здесь сдохну. Реально, я хочу сдохнуть. Готово.
Так, где мой спайнпоинт? Так, одеваемся. Вот мои штанишки, вот мои ботины. Все мне тепло теперь. А где мой молоточек? Он уже сломанный. Я что, здесь теперь буду развиваться? Только скажите мне, что я здесь развиваться. Чтоба этого не было. Я этого что-то не находил. Ой. Если я здесь найду медведя, то будет настоящий гейм-овер. Реально, если я возражусь, это будет... Вы видите там факел? Вы факел там видите? Я в шоке! Может, здесь какая-то цивилизация есть? Может, здесь... Ничего не понимаю! Для меня это шок. Чтоб среди бела дня вот такое было. Напишите в комментах, может ли появиться пещера с факелами. Если я сейчас загляну в пещеру, а там медведь. Все, опять устаем, ля-ля-ля. Посмотреть, что там такое. Надо вроде елочек добыть опять им. Вы видите полосы? Вот видите полосы на льду, на снег. Видите полосы? Пока что я теперь здесь буду жить. Реально это будет теперь мой дом. Реально это ну совсем. Жесть. Мне вообще будет булыжник или нет? О, наконец. Хотя бы ему надо будет крови добывать. А это придется добывать. У меня дубинка хорошенькая. Конечно, такой дубинка против медведя. Не-не-не. Мне лучше бы с броней и мечом. А броня? Как делается? Конечно же, либо медь, либо железо, либо алмазы. А где бы добыть медь? В пещерках. Пойдем копать. Господи, я так грустно говорю. Ужас. 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 Ну, делайте побольше молоточков. Недавно лайфхак узнал. А чтобы нам туда залезть, нам нужен уголь. А уголь где? Как правильно? В горах. А я где? А, вот он. Все понятно. Все. Хватит дурачиться. Я тебя выбиваю, что ли? А, едва... Че? Казалось, наверное. Угу. Все, 9 уголька и 8 палок. О, так, если я буду выше нафиг эти новые пещеры. Не пойми, что найдешь там. Может, даже медведя. О, май гад. Так, ладно, я пока слезу к себе на базу.
чтобы его волки уже... Я там слышал медведя. Ах, да, вот здесь есть бешеный медведь. Мишка, Мишка! Видели там медведя? Я пока в дом пойду. Что-то перестало здесь быть. Это какой-то жесткий survival craft. А я хочу еще ботиночки. Можно? А что можно еще скрафтить? О-на-на-на-на-на-на. Да ладно! А как бумага делается? Из сахарного тростника. Но сахарного тростника здесь нет. Есть вообще здесь предметы? А, да, здесь есть предметы. Вот, как она делается? Из хлопка. А как делается хлопок? Как делается хлопок? Надо его найти. Здесь нет. И хлопок, вот он. А как его? Может, из-за этого он похож? Окей. Ну, вот такой вот какой-то слишком жесткий survival craft. Это очень жесткий survival craft. Я с такими настройками ничего не понимаю. Ну и с вами была Данилкина. И всем пока! Ну, короче говоря, пока.